возвращение. Я же говорил, будет весело. Петрович! Обхохочешься. С возвращением, Витя. Да. Вас не хватало. Миша, спасибо тебе большое. И вам всем большое спасибо. Без вас бы я даже и в таком виде бы не появился. Но особое спасибо моему зятю. Папа, он пока тебе еще не зять. Да, официально этот титул я получу только через сутки, а пока и никто. Ну, поехали на кухню. Хочу посмотреть моих морды. Витя. Дорогу! Что за уроды? А где мои уроды? Витя, познакомься. Антон Владимирович, наш новый шеф-повар. Витенька, пожалуйста, ты главное успокойся. Тебе нельзя нервничать. Витя, когда мы узнали, что работа тебе противопоказана, я позвала Антона. Он привел свою команду, что вполне естественно. Ты будешь осуществлять общее руководство, а Антон... Он моих поваров уволил? Ох, Витя. Ну, тогда убирайте мое авторское меню. Вообще меняйте название ресторана. Витя. Он уволил лучших поваров Москвы. Хрен вы теперь звезду Мишлен получите, понятно? Ну, знаете, я моих ребят тоже не по объявлению набирал. Да любой из моих поваров твоим задницу надерет два счета. Готовят они лучше. Че смотришь? Ну, давай позовем моих и поставим моих против твоих. Если мои победят, то они возвращаются на кухню, а твои возвращаются в чебуречную. Виктор Сергеевич. Петрович, я Витя, Петрович! Витя! Да. Как бы там ни было, но я в детские игры не играю. А мне нравится эта идея. А давайте устроим поединок. В конце концов, на этой кухне должны работать лучше. Ты выглядишь как принцесса. И принц у тебя, что надо. Всю жизнь боялась, что ты найдешь кого-нибудь вроде своего отца. Но пронесло. Ну, еще не вечер. Ну да ладно, ты только меня не пугай, хорошо? Хотя за тебя я спокойна. Да, кстати, на твоей свадьбе я буду не одна. Да ладно. Кто же этот несчастный? О-хо-хо. Этот несчастный... Спас твою маму от банкротства. И помимо того, что он теперь наш новый инвестор, он еще очень интересный мужчина. На свадьбе познакомлю. Катя. Ты как сюда попал? Я хотел с тобой поговорить, а ты все время с кем-то. Я ключ на ресепшене. До свадьбы же нельзя смотреть. Тебе можно? Ты не жених. Я пришел попросить прощения. Тогда, перед твоим отъездом, я какую-то ерунду сказал. Забей. Я не обижаюсь. Все в прошлом. Серьезно? И я тоже. Чего ты хочешь? Давай уедем, а? Вдвоем. Ты и я. Начнем все сначала. Куда мы поедем? Да куда угодно. Париж, Милан, Воронеж. Выбирай. Нет, я серьезно. Еще ведь не поздно. Нет, Денис. Уже поздно. Парни, сейчас все в ваших руках. Сейчас вы пойдете
и покажете им, кто на этой кухне хозяин. Идите и верните свою работу. Мы их порвем. Да и мы из них отбивной просто сделаем, и все. Смешаем их с всем. Гарниром. Сейчас. Да я просто я всех... Луи, не договаривай. Лучше сделай это с ними на кухне. Ну, ребята, как в старые добрые времена. Каждая пара приготовит по одному блюду. Кто приготовит лучше, тот и останется на этой кухне. У вас полчаса. Приступайте. Прости, я не могу сейчас говорить. Это очень важно. Я пыталась тебе сегодня сказать, но не смогла. Я уезжаю в Бишкек навсегда. Прощай. Подожди. Как? Шеф, простите. Лёва, ты куда? Слышь, Олень, глаза разуй свои. Кого Олень назвал? Тебя кого, Олень? Шат. А? Шат, да? Ай, Шат, держи. Ах, так. Ой, как я тебе понял. Ну, Витя, я думаю, продолжать смысла нет. Гуля, если ты пошутила, то это не смешно. Это правда. Как же я? Левочка, я выхожу замуж. Мама нашла жениха и говорит, что хороший. У нас так принято. В общем, прости меня за все. Гуля! И я предложил ей уехать. Да забудь ты ее, а! Сейчас Настя уйдет, и мы с тобой поговорим. Все, я побежала на девичник. Вы тут ног не пейте. Настя, мы не собирались. Эй, ты ее любишь? Люблю. О, а значит что? Что? Значит, мы должны сорвать эту свадьбу. Согласен. А как? Можем своровать свадебное платье. Держите их! Они украли свадебное платье! Либо мы можем просто своровать Катю без платья. Не голую. Без свадебного платья. Ты понял? Ты меня понял? Точно. О, привет. Я смотрю, девичник прошел хорошо. О. Да, нормально. Садитесь, подвезу. Черт, вы пока сидите. Я пойду договорюсь с ним. Добрый вечер. Настя, что мне делать? Что, уже приехали? Нет. Мне Денис предложил с ним уехать. Куда? Это же свадьба. Спасибо, что напомнила. Настя, это нормально, что я сомневаюсь? Не сомневаюсь, а? Дикий, ты хороший. Да, хороший.
Я взяла и изменила ему с Денисом в тот день, когда он мне предложение сделал. На крышу, помнишь? Под звездами. Так романтично. Все, поехали. Что, уже приехали? Нет. Кость, это ты? Да. Ой. Ну, что-то мы вчера перебрали. Вообще ничего не помню. Сердце перестало. Ты все-таки спер свадебное платье. Я? Как? Ты что-нибудь помнишь, а? Мы вчера, кажется, были в отеле. Только откуда мы взяли ключ от номера? У меня. Ой. Надо срочно его вернуть. Кого? Егорку? Платье. Да. Я про тебя уже рассказала Кате. Угу. Все, я тебя жду. Целую. Опять ты? Я тут ночью... В общем, я твое платье украл. Хотел свадьбу сорвать, а сейчас вернул. Что, передумал срывать? Ну, если хочешь, я... Кать, ты счастлива? Денис зашел пожелать нам счастья. А? Да. Счастья его. Спасибо. This feeling, feeling as I do. How can I make you see me, wake you to me, take you to me, and how can I keep it secret? It's so hard to say. Ты хороший. Да, хороший. Я взяла и изменила ему с Денисом в тот день, когда он мне предложение сделал. На крышу, помнишь? Алло. Что это? Это я вчера случайно записала на видеорегистратор. Вот хочу разослать перед свадьбой гостям. Хорошая идея. Слушай, давай поговорим. Ты где? Подхожу. Неужели что-то приготовили? Давайте посмотрим. Это передержали. О, корица многовато. А вот это неплохо. Да. Для собак самое то. А что это вы лезете на мою кухню? А это мой ресторан. И сегодня свадьба моей дочери. Поэтому я буду контролировать подачу каждого блюда. Ясно. Ясно? Контролируете? Контролируйте, маэстро! Контролируйте подачу каждого блюда! Вы что творите? Вы что, с ума сошли? Если вы хотите, чтобы здесь была не кухня, а цирк, добро пожаловать. Ребята, за мной.
просто посоветовал немного досолить. Ребят, вы мне все нужны. Быстро на кухню. Да что ж такое, только пожрать собрался. Сейчас, сейчас. Шеф, ну, продуктов очень мало. На 120 человек не хватит. Без паники. Шеф, за мной. Ну что? Ну, в общем, не успел все забрать. Уволили. Вот жучара, а! Ну что, парни, тряхнем стариной? Да, ребят, давайте, пока шеф трясет стариной, мы поработаем, да? Другого места для разговора не нашел? И чего ты хочешь? Света, я тебя прошу, давай ты сотрешь это видео и никому его не будешь отправлять, хорошо? Да ты прям переговорщик от Бога. А что, если я скажу нет? Ну, тогда мне придется отобрать у тебя телефон силой. Да ладно. Силой? Знаешь, а я прямо отсюда отправлю. Здесь даже лучше ловит. Дал часы. Ну как у вас тут? Ой, а у нас тут дом вверх дном. Ну, все равно мало, шеф. Вижу. Рано расслабились. Надо всех накормить. Вот вам продукты. Ну, у меня тоже есть свои каналы. Вот что хорошо в конях. Быстрые вы. Витя! Церемония начинается. Ой, ну ты как всегда. Ну кто невесту поведет? Жень, ну ты вся в платье. Ну что ты? Настя, Настя. Помоги, пожалуйста. Я сейчас пару слов скажу. Ну как, ты готова? Да, наверное. Не переживай, все будет хорошо. Я тоже волновалась, земля уходила из-под ног. Все просто. Ты должна подойти к нему, посмотреть в его глаза и понять, что это именно тот человек, который тебе нужен. Вот у меня аплодисментами встречаем нашу невесту, несравненная Екатерина! Сегодня мы собрались, чтобы соединить два любящих сердца и отправить их в долгую дорогу под названием
совместная жизнь. Хочу обратиться к молодоженам. Согласны ли вы, Никита, взять в жены Екатерину? Согласен. Согласны ли вы, Екатерина, выйти замуж за Никиту? Екатерина? Свадьба отменяется. Лёв, я не понял, что, шутка, что ли? Мы что, зря готовили? Так бывает, Сеня. Женщина может уйти в любой момент. Я, наверное, пойду тогда. Ну да, конечно, идите. Женить-то некого. Да, спасибо большое. До свидания. Хотя, подождите. Лёв, может, мы поженимся? Витя, имей совесть. У тебя дочь только что сбежала из-под венца. Ну, сбежала, и что? Через какое-то время она будет вспоминать эту ситуацию с улыбкой. Она молодая, сильная женщина, а я уже не очень молодой, не очень сильный. И за два последних месяца понял, как надо беречь каждую минуту и наслаждаться каждым мгновением. Вот я и предлагаю тебе наслаждаться каждым мгновением вместе, как муж и жена. Ты согласна или нет? Объявляю вас мужем и женой. Элеонора Андреевна, шампанского. Прошу. Ты Элеонора Андреевна? Прям как... Как кто? Неважно. Слушай, Лев. Гульнара меня, наверное, убьет. Но я не могу это держать под собой. У нее бишкека никого нет. Она только тебя любит. Что же она? У нее вот этот чертовый миграционный карта просрочился, а ей улететь надо. Вот теперь в Москву только через 5 лет она приедет. Она не хотела тебя рядом с выбором ставить. Москва или Бишкек. А у тебя же здесь работа, жизнь, мама. И она решила тебе не мешать и через 2 часа улететь. Лев, будь мужчиной. Твой отец давно бы уже был в аэропорту. Ну, беги за ней, беги. О, Лев, хорошо, что ты встал. Я как раз хотел сказать то. Шеф, мне надо... Погоди, Лев, я должен сделать заявление. С сегодняшнего дня я больше не буду работать... Шеф-повар. Да. Нет, ну я останусь с вами, буду осуществлять, так сказать, общее руководство, но, как прежде, уже не будет. И мне не грустно. Я за ресторан не переживаю. Все вы знаете Леву, он большой профессионал и большой друг. Мой лучший друг. Лев Семенович, вы были всегда лучшим су-шефом. Пришла пора вам стать лучшим шеф-поваром. Ух ты! Принимайте аппарат! А, ничего себе! Опа! Шеф! Шеф, я не могу. Я улетаю в Бишкек. Может быть, на 5 лет. Извините. Виктор Петрович, это любовь. And your money makes you happy. And your money makes you happy. Before I turn to dust, don't... Да, хороший. Но я взяла и изменила ему с Денисом в тот день, когда он мне предложение сделал. Ну, а в остальном у нас все хорошо. Ну, а где мои внучок и правнучек? А, Костя со своим папой отвели Степку в зоопарк. С каким папой? А Костя вам разве не говорил? Я нашла его папу. Сейчас. Ой, Костик так рад. Вот. Так это не отец Кости. Как?
вроде не он. Ну-ка, подожди, сейчас. Так, вроде или не он? Мама! Я вам перезвоню. Настя, накрывай на стол, мужики жрать хотят. Face the music and dance.